Кажется, у меня грибок ногтей, и не подскажете ли, чем можно справиться с этим в домашних условиях? Вот наглядно хочу продемонстрировать вам процедуру зачистки ногтевых пластин при грибковом поражении. То есть здесь практически с каждым ноготочком у нас есть проблемы. Но покажу вам большой, потому что на нем больше всего интересного. И, как вы видите, как вы, наверное, успели заметить, я использую много разных профессиональных примочек. Ну, в частности, инструментов. И, кстати, да, вы сейчас наблюдали небольшой кусочек забора материала на анализ. Потому что клиентка, ну, не совсем готова идти в лабораторию, не уверена, что у нее там правильно этот анализ заберут и так далее. Ну, по большому счету, ежу понятно, что здесь с ногтями что-то не так, но утверждать это без подтверждения анализами, конечно же, мы просто не можем. Поэтому отправляем все это в лабораторию для того, чтобы там нам сделали уже хороший, качественный анализ. А зачем же его делать, если так вроде как бы понятно? А дело в том, что нам нужно сначала подтвердить, что у нас действительно здесь есть грибковое поражение. Дальше необходимо сходить к врачу-дерматологу, который на основании этих результатов анализов сможет выписать лечение. Ну и дальше, как следствие, конечно, это лечение нужно применять. А для того, чтобы препараты, которые будут назначены в применении прямо на ноготь, сработали хорошо, нужно старые клетки обязательно счистить, то есть все, что ороговело, все, что засохло, и вот все, что остается на ногтях, вот это желтое, сухое, трухлявое, нужно обязательно убрать. Ведь сколько бы вы ни наносили средства от грибка, вот через это все оно просто элементарно не попадет вовнутрь, и вы не будете видеть результата. Поэтому история и серия «Что мне такого сделать дома, чтобы никуда не ходить и еще и денег много не потратить, а лучше вообще, чтобы ничего не делать и желательно мне волшебную таблетку», конечно, такая история абсолютно не рабочая. Чтобы что-то было, надо что-то делать, и, к сожалению, ну или к счастью, этого ничего поменять не может. Ну а по поводу того, что я могу сделать дома, ну как бы сам, вот видите, у меня очень много разных кусачек, да, и пряморежущие, и глазки, и какие-то фрезы, у меня тут и кюретки, чего у меня тут только нет. И каждый инструмент, он преследует свои какие-то цели. И даже если я дам ссылки на все инструменты, а я, кстати, это периодически делаю, но это больше для работающих специалистов, если они ищут инструмент, но тем не менее, если вы просто для домашнего пользования купите все вот эти инструменты, это не значит, что вы сможете справиться с таким состоянием ногтей, потому что у меня еще стоят вытяжки, чтобы это было безопасно, у меня стоят очень мощные аппараты, которые действительно смогут спилить и не будут никуда проваливаться, тормозить и застревать и так далее. В общем, огромное количество оборудования для того, чтобы все, что вы сейчас видите на экране, было возможным к исполнению. Поэтому отвечаю на вопрос, который задавал в самом начале, да, тот, который мне часто Причем прилетает оба. В личные сообщения. Можно ли Точно самостоятельно? могу сказать. К сожалению, нет, потому что пилкой вы так не спилите, нужны и роторные инструменты, и специальные Может, вы не замечаете, режущие что вас инструменты. Не беспокоит? Поэтому мой вам совет, если вдруг вы заподозрили неладное со своими ногтями, если вам не нравится их цвет, конечно. Либо их структура, и вы понимаете, вот это что меня, кажется, конечно, что-то пошло тохлый. Не по плану, я никак не могла понять, конечно, что вообще происходит с в первую ребенком, очередь, почему так, рекомендую что, обратиться к где я промахнулась, врачу-дерматологу, который вас должен направить и на вот сдачу анализов, и обязательно к подругу, который вам поможет в этом нелегком лечении. Ну, иногда бывает ситуация немножечко с другим алгоритмом, как у нас, когда клиентка обратилась, и мы взяли анализ прямо на месте. Но это, как говорится, частный случай для тех вариантов, когда ты понимаешь, что клиент точно никуда не пойдет. Такие тоже бывают, кто-то прямо об этом открыто говорит, и это не преступление. У нас, кстати, официальный договор с лабораторией, поэтому все в нашем случае чисто и абсолютно официально. И будьте внимательны, выбирайте лабораторию тщательно, потому что анализ должны проводить на совесть. Ведь если будет неверно собран анализ, то может просто ничего не показать, и в итоге вы будете сидеть и думать, что у вас нет никакого грибка, а просто произошла какая-то огромная вселенская несправедливость. Ну а на этом я потихонечку заканчиваю свое видео. Мы тут уже закончили нашу зачисточку. Я что-то рассказываю уже здесь клиентке, видимо, сообщая ей, как быть дальше. Ну а с вами я потихоньку прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Лаврентьева Алена. Пока-пока, до новых встреч и берегите себя и свои ногти.